Я только один раз в жизни слышал у него один трек. Мне на работе... На работе тиммейт включал. Бля, ну, кстати, они реально тиммейты на работе ж получаются, правильно? Коллега, короче, на работе врубал. У тебя ж вроде по-другому был никнейм. Или я тебя путаю с другим Девилом, который нас лечил музыкой, так сказать, несколько стримов назад. Музыкальная терапия у нас была музыкальная. С хорошей музыкой. Не, мобилу не нашел скорый. Куда ты собрался? Пострелял, значит, такой ко мне и убежать хотел. Зря. Главное, чтобы он в глазок не посмотрел. Если в глазок посмотрит, спалит. Наконец-то нормальный геймплей начался. Да не говори, блин. Москитная сетка. Что, москит, по-вашему? Катушка здорова, Леонид здоров. Ой, хорошая.
Ну, он в паре на первом этаже. Кем они тут стрелялись? С ботами, что ли? А нет, не с ботами. Я руку чиню в первую очередь. Хотя у меня красный грудак. Теперь вообще ничего не чиню. Теперь еще одну руку чиню. Господи, чувака. Ты вообще жить не хочешь, да? Последнюю очередь чиним грудную клетку. Кстати, в лицо ему попал, не знаю, почему он не умер. Не регнуло, видимо. Знаете, почему я уверен, что я попал ему в лицо тычкой? Себе.
Что-то я не понял, откуда он спрыгнул и куда он убежал. Опять сейчас залагала, когда сумку выкидывал. Бот там ходит во дворе, походу, пугает меня. Это челобот. Меня прям пугают количество челоботов на этой локации. Это вообще пипец какой-то. Их слишком много здесь что-то. Хорошая эмка, блин. Пойдет. Так, шестеро опять. Nice.